Сейчас в аэропорту в Красноярске. Жду, когда там, в общем, я сейчас принял от тревоги две таблетки и два флоксетина от антидепрессанта, выписанные государственным врачом. И запил это безалкогольным энергетиком Burn, который стоит здесь 200 рублей. Потому что я думал, чем запить, но там, в общем, выбор, там все стоит под 200 рублей, так что я выбрал из всего, что там было, там выбрал Burn, потому что там, в общем, я так волновался, так разволновался, что забыл. Короче, когда проходишь эти проверки, сумка, и на специальную емкость кладешь свои вещи, телефон и прочее, оно прогоняется. То там в нормальном месте или в нормальном мире, в параллельной реальности, или в цивилизованном мире, в параллельной реальности, должны были бы стоять работники, которые бы после того, как ты вещи забрал с этого ящичка, он должен взять этот ящичек и поставить его обратно на вагонетку, которая его туда загоняет. А здесь такого нету, и поэтому это первая причина, почему брутальнейший мужик с бородищей, ну, он, видимо, скандинав, ну, у него черная борода, но он похож чем-то на, наверное, он насмотрелся фильмов про великих титанов, фантастических фильмов про великих титанов, и он решил... Спасибо. Она мне принесла здесь, я не знаю, как сказать. Короче, он сказал мне, вот так. Я сказал, а чё, дощечку убрать тяжело. Чё дощечку убрать тяжело? Чё тяжело дощечку убрать? Он такой бык прям. Я подумал, что надо мне нужно взять винтовку и отстреливаться, что мне нужно броситься его задушить, там, не знаю, ну, нужно броситься в глаза, там, я не знаю, что делать нужно, как нормальный человек должен реагировать, но я отреагировал, поскольку я ненормальный, мне пишут в комментариях, что я ненормальный, поэтому я взял просто дощечку убрал. Спокойно просто. Точнее, не спокойно, я все время находился в таком состоянии. Вот так. Я все время боюсь, что я боюсь. Можно я просто посижу? Я боюсь. У меня тревожное расстройство. Просто посидеть нельзя, у нас потом. Ну я тогда закажу. Я закажу сейчас кофе. А тут можно. Самый дешевый кофе вот какой-нибудь. Американо 265. Ну да, американо. Да. Я карточкой заплачу. Хорошо. И все, можно сидеть, да? Да. Я всего боюсь, короче. И когда я просто забыл про эту дощечку, потому что я не в себе, мне плохо, как здесь в аэропорту. Тревожно, волнуюсь, тревожно. Я забыл не потому, что мне тяжело, а потому что я волнуюсь. Я бы мог сказать ему, мне это не потому, что тяжело, я потому что волнуюсь, но я не могу ему сказать, потому что меня волновался. Поэтому Адам Лэнза, ну, я осуждаю его поэтому я осуждаю Адама Лэнзу и других подобных
В общем, Адам Ленза был неправ. Ну, короче, я просто... Потом я вернулся, короче, еще раз вернулся, сразу же, быстро. Вернулся, его искал. Не знаю зачем, но... Я не знаю зачем я его искал. Словно у меня было полуавтоматический карабин. Но... Я просто смотрел, понимаешь, когда я волнуюсь, я смотрю, и я плохо вижу. Я увидел какого-то мужика, похожего на него. Я спросил, как вы здесь выйти? Я заблудился там, короче, просто я на выход заблудился в магазинчике. Он сказал, туда пройдите, пожалуйста. Такой мужик брутальный. Сказал, туда пройдите, пожалуйста. Казалось бы, лысый мужик брутальный с бородой. Сказал, туда пройдите, пожалуйста. Я подумал, нифига себе, какой контраст. Это явно неспроста. Это Бог проверяет меня. И у меня руки дрожали, как когда я еще заходил в аэропорт. И сейчас у меня дрожат руки. И мне стало еще хуже после того, как он сказал, что тяжело, что ли? Но я понял, что это он не лично мне сказал. То есть у него ко мне нету претензий, это просто он... Ну, короче, у нас нет конфликта. Спасибо. А как оплатить? По карте, да? Да. 260. А, сейчас. Не торопитесь. Это просто тревожное расстройство. Мне еще мужик сказал, что тяжело это убрать там. Мужик сказал там. Ну, где-то щечки вот эти вот. Да не обращайте вообще внимания на это. Я должен был ударить его в ответ, как мужик. А я не мужик, поэтому я не ударил. Успокойтесь. Я же должен был ударить и расстрелять его из винтовки. Да успокойтесь. Если бы я был мужиком, я бы достойным, то я бы... Наоборот, вы достойно поступили. Я убрал эту дощечку. Молчали. Нет, я не промолчал. Я сказал, вот надо мной смеются. Я сказал ему, что да, хорошо. Все прошло, все хорошо. Да. Все. Там, в общем, это, надо мной смеются, там все вокруг смеются, все надо мной смеются, все люди, все надо мной смеются, все, весь... Блин, мне страшно. Все надо мной смеются, все надо мной смеются, все надо мной вокруг смеются. Ну, короче, это, я осуждаю себя, что я не втащил ему и не... Плюнул ему в лицо и не загрыз его зубами, да, как настоящий мужчина. Ну и, короче, ладно. Короче, все осуждают меня за этот поступок, что я не втащил ему. И у меня бороды нету, как у него сейчас. Ну, короче, ладно, неважно. На самом деле нормальный мужик. Он качок такой, я уважаю качков, я смотрел «Качи-мучи» как-то в переводе. Мне там понравилось, особенно «Секс-самолет». Ну, мне понравилось, там цензура была. Я осуждаю «Качи-мучи», цензура там была, там было в цензуре перевод смешной. Я смотрел это, просто угорал там над этими качками. Поэтому я ничего против качков не имею, я «Качи-мучи» смотрел много, мне смешно было, я веселился от души. Вот. Ну да, там, в принципе, они такие брутальные качки. С бородой. Ну, такие, как он. Как Гачи-мучи он. Похоже, сейчас он придет пизду мне дать. Похоже, он меня разыскивает. Он следит за мной. Ну, короче, это... Я боюсь сейчас пропустить свой... Вот у меня билет. Я боюсь пропустить самолет. И еще я боюсь, что я прилечу, а там что-то не то пойдет, не так. Как-то не так посмотрю, что-то не так пойдет, там это не то, то не так, то не то. Как знаешь, в «Пятом элементе» там был такой...
Там был Брюс Уиллис, еще был там один такой, который типа «All night, all night, oh». А это вот второй типаж. А третий типаж был такой в тревожности, такой челик, который... Челик такой молодой, тревожный, который в аэропорту, когда пришел с Милой Йовович, он так трясся. И затем этот Брюс Уиллис подошел к нему, схватил его так. Это моя жена там, это просто. Вот так же вот я, короче, как он, да? И дело в том, что Брюс Уиллис, у него сейчас деменция. Поэтому он как бы не такой крутой. Но на самом деле я уважаю Брюса Уиллиса даже, кстати. Хоть он не снимался в «Гачи-мучи». Я его уважаю за то, что он, когда снимался в фильме Квентина Тарантино, забыл название, где там это, в подвале извращенцев драли, и он спас, это Бучем он был, или кто там, был Буч. Короче, я его завожал, когда он там в начале фильма, да блин, меня тревожит этот голос, там говорит про самолеты. Короче, блин, меня окружают люди, они садятся поближе специально, чтобы смеяться надо мной. Короче, вообще чувствую себя, что меня сейчас ударят по спине. По спине ударят, ткнут. Подзатыльник дадут. Короче, это... Да блин, я не могу сосредоточиться. Меня пацанчик смотрит такими глазами спокойными. Он чувствует, не чувствует во мне никакого зла. Спокойными глазами смотрит вообще. Не видит во мне ничего плохого. Ну, в общем, а я чувствую себя очень плохо. Короче, там он, когда зашел в бар, ну, поговорить со своим боссом, которого потом драли в полицейский этот в баре, в магазине извращенцев, в подвале. Короче, он зашел в этот бар, там, поговорить с боссом, за стойкой встал, типа, сигареты попросил купить. И там зашел один из мафиози, который тоже на босса служит, но один из главных героев с такой шевелюрой. И он, короче, на него быканул, хаманул на него, на Брюса Уиллиса. А тот так на него просто по-мужски так посмотрел просто. Вот. Для меня, у меня сразу уважение к нему. Он не стал быковать на него в ответ, он просто по-мужски на него так посмотрел. А тот на него выебнулся просто так. И ушел. Ну, вообще негодяй. А Брюс Уиллис вообще молодец, мужик. Спокойно на него так просто посмотрел, да. И почувствуется, как ему неприятен он. Неприятно вот ему. Что ты по себе позволяешь? Почему ты быкуешь на меня? Но он ни слова не сказал. Вот это мужик. И потом он его застрелил, когда тот в туалете сидел. Но это так уже, мелочь. Ну и, короче... Сейчас я жду, короче... Еще час ждать самолет, и начнется. Там просто дальше будет еще много тревожных моментов и много ужасных событий, которые мне страшно, но в моем городе оставаться опасно. Там, короче, Гриша хочет меня искалечить, избить, потому что, скорее всего, из-за того, что я пил очень много, и, ну и просто так, потому что я в очках, потому что я русский парень, я русский, простой парень. А он говорил, что он ненавидит, и называл унизительным словом слово «русский» как-то давно. Ну и поскольку у меня нету бицух, мышц нету, я
генетически так родился, что в детстве я был очень подвижным, ходил на кикбоксинг, подтягивался 20 раз. А потом, из-за того, что меня вытаскивали щипцами, когда я рождался, они сказали, сначала он будет подвижный, а потом он станет замедленным. И так и случилось. И вот теперь я стал слабым, замедленным, болезненным, хрупким художником. Потому что я расписал некоторые места в городе легально картинами классических русских художников-передвижников 19 века. И вот поскольку я вот таким стал слабым, он слабых презирает, то есть он делит людей, я не знаю, короче, как. И мне кажется, из моей тревожности исходя, я страдаю тревожностью, депрессией, ну еще плюс вот у меня психические болезни, которые я лечу за свои деньги, работая дворником. Значит, я биомусор в его глазах, я так думаю. И поэтому он меня хотел, то есть он ко мне приходил, к моей маме. Ну, извини, пожалуйста, Гриша, не убивай, не калечь меня, пожалуйста. Можно я не буду пить? Пожалуйста, не трогай меня. Не трогай меня, пожалуйста. Не делай ничего плохого мне. Извини, пожалуйста, что я пил. Я отжимаюсь 25 раз. Я работаю. Я в Москве буду работать. Я у себя в городе, с тобой, где живу, работаю дворником. Уже примерно 2 года, я точно не помню. И начальнику я очень нравлюсь. Начальник, причем, очень брутальный мужик. Вот все.